что ж. Гелиос 44.2 на фотоаппарате Canon 550D. Сейчас фокус стоит на 1 метре и диафрагма раскрыта на полную. Сейчас фокус на расстоянии 1,7 метра. Закроем диафрагму. Будем закрывать аккуратно, чтобы фотоаппарат успел приноровиться. Как видим, почти все находится в фокусе. Обе фигурки. Видео немного шумное, потому что здесь не очень светло. Ну и фотоаппарат автоматически поднимает ISO. Сейчас мы диафрагму открываем. И опять видим Дарта Вейдера. Что ж, посмотрим на расфокус. Сейчас объектив сфокусирован на минимальном для него расстоянии 0,5 метра. Если же мы прикроем диафрагму, то видим, что фактически глубины нам почти хватает для того, чтобы увидеть ближайшую к нам фигурку на расстоянии 1 метр. И сейчас мы сфокусируемся на бесконечности. Как видим, размытие довольно-таки неплохое. И это всего лишь Гелиос 44.2.